всеми любимая рыбка теперь в новом исполнении. С нашим простым рецептом хека в духовке в фольге готовить его будет еще проще. Смотрим и запоминаем. Хек. Рыба не особо жирная, если его жарить, так вообще суховатым получается. Но вот если запечь, другое дело. Для приготовления хека в духовке в фольге мне понадобилось несколько рыбок общим весом более 0,5 кило. Советую побольше морковки и лука брать, они смягчат вкус рыбы. Запекать рыбку надо при 180 градусов. Смотрим рецепт. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Мелко режем лук. Трем морковку. Обжарьте лук и морковь с маслом. Смешайте кетчуп и майонез. Ставим лайк и подписываемся. Рыбку промойте, натрите специями, выложите на фольгу. Сверху выкладываем овощи обжаренные. Заливаем соусом, отправляем в разогретую духовку минут на 40. Вкусняшки, подписавшимся. Вот из чего готовим блюдо. Хек, 600 грамм, морковь 1-2 штук, лук 1-2 штук, майонез 100 грамм, кетчуп 100 грамм, специи по вкусу, количество порций 3-4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Буду скучать без вас.